Всем привет, дорогие зрители! Для любителей хачапури, хинкали и тому подобного, Махмутларе я нашел местечко. Вот цены. Больше также есть пельмени, блины с мясом, хачапури, хинкали, суп харчо, чохахбили, пицца, это что, окрошка. Вот такие вот цены. Вот такой уголочек интересный. Это котик, который кайфует от хачапури или от хинкали. Вот. Абхазско-грузинский ресторан. Она расположена недалеко от вторичного рынка Махмутлара. Впереди у нас парк писателей. Здесь улица Барбаросса. Вот здесь идет стройка нового объекта застройщика Айдемир. В той стороне у нас вход на вторничный рынок. Также там есть дом кожи. Середина Махмутлара. Вот такой ресторан. Шерри Данс. Хинкальная. Я сейчас пойду ням-ням делать там хинкали. Покажу, какие они вкусные. Это мои подружки, клиентки. Привет. Вот. Всем привет. Я до них заказал, но сейчас им тоже... Красивый кофе. Хинкали тоже они будут кушать. И кофе вот такой турецкий. Вкусно, да? Очень вкусно. Очень вкусно. Все. Все, дорогие зрители, кому хочется поесть хинкали, то приходите сюда. Я не рекламирую, я где бываю, что мне нравится, я снимаю и закидываю на наш канал. Окей, с вами был Агасий из Солнца на Лайн Равен Махмутлар. Всем приятного аппетита. Я побежал. Ням-ням.